Это зимой свыше 150 катков будут работать в Московской области. Самый большой в регионе, площадью более 6000 квадратных метров, зальют на центральной площади Одинцова. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов рассказал, что заливка катка начнется при устоявшейся температуре минус 5 градусов. В связи с распространением коронавирусной инфекции при посещении катков необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Также вводится ограничение по количеству посетителей на льду – один человек на 10 квадратных метров площади.